Девчонки, что вы сейчас кушаете? Как оно опять забыла? Я думаю, это уха. Я думаю, это я тебя просила сказать, как оно называется? Шулиш. Нет, это не вы с рыбой кушаете? Это не кулиш, это щерба. Рыба. Щерба. Скажите, вы впервые это кушаете? Да. Да. Гада... Мы не знаем. Загадали желание? Вот не загадали, сейчас загадаем. Самое сокровенное. А вообще вкусно или как? Очень вкусно, кстати, и неожиданно, что вкусно, если честно. А почему неожиданно? Я боялась попробовать. Не знаю, куча всякого, все нарезано с кашей, перловкой. На самом деле абсолютно не привлекательно, но вкусно. С рыбочкой красной. Да. Вкусно. Да. А вот теперь желание. Вообще возникло желание узнать рецепт у Александра Василевского, ну, как-нибудь выспросить и попробовать приготовить саму, ну, может быть, не сегодня, не сейчас. Да, узнаем. Как-то в последующем вот все-таки будущие хозяйки, поэтому... Да, тем более на костре это все очень полезно, потому с удовольствием, оно потому и вкуснее всегда. А с нашего подачи вот казахского буйского виска не бажаете вступить?